край с оттенком радивиловского колорита и неповторимым вкусом молочной продукции. Местные аграрии – непременные лидеры жатвы страны, а сам город задает тон в культуре, спорте, образовании и промышленности. Сегодня есть повод узнать больше о Клецке. Город на юге Минской области хорошеет и готовится отметить 900-летие. Ну, а пока пройдемся по улицам этого райцентра вместе с Александром Мыслом. Много лет он трудится в системе ЖКХ, поэтому, как никто, лучше знает весь город. Знакомимся ближе с Клецком и мы. Полвека назад мои родители из Гродно, будучи студентами, переехали на мою малую вторую родину. То есть я родился в Гродно, но всю сознательную жизнь проживаю в городе Клецке. За последние 20 лет город Клецк преобразился, он хорошеет, благоустраивается. Это город, в котором комфортно жить, растить детей. Сейчас мы находимся возле одного из самых красивейших зданий города Клецка. Это здание администрации Клецкого ЖКХ. В этом здании я проработал более 27 лет. Оно строилось как здание госпиталя, в котором позже, уже в советские времена, размещалось районное образование, частично был музей, после чего военкомат, и уже после чего оно перешло в ведение Клецкого ЖКХ. Города Клецка очень богатая история. Нам через пару лет исполнится 900 лет. И это место, на котором мы находимся, оно знаменательно тем, что именно в начале 16 века был дан отпор крымским татарам, которые сделали два нашествия. Благодаря нашему земляку Михаилу Глинскому удалось разгромить крымских татар, и после этого набеги на нашу землю прекратились. Именно в Клецке в 1881 году по инициативе Эдвара Войниловича был создан первый банк. Это был друг Радивила. Вот. И в дальнейшем в городе Минске на его средства был построен костел святого Симона и Елены. Предприятием в сутки перерабатывается более 500 тонн сырья. Это продукция сухое молоко безжиренное, масло, творог. Ну и, конечно же, знаменитый наш сырок творожный в шоколадной глазури. Сегодня молочную продукцию из Клецка знают во многих странах мира. В городе Клецке много проживает талантливых людей – художников, поэтов, ремесленников. Спортивный, культурный, молодежный, промышленный город, жизнь в котором бьет ключом. Не зря для каждого клетчанина он является центром земли. Я люблю свой город.